Привет, мой милый друг! Сегодня я расскажу тебе, как я похудел на 13, ладно, 13 килограмм за, ну, грубо говоря, там 3 недели. Первое, что нам нужно сделать, это... О, какая радость! Вот это я люблю. Блин, честно, я однолюб. Я в еде не выбираю. Точнее, выбираю. Я ем только макароны. Макароны. Все мне говорили, типа, Санек, ты чё ешь макароны? Это же мучное, типа, блин, Санек, блин, это очень вредно для здоровья. Ты не похудеешь, Санек. Я такой, ну, жопу. Я ем макароны, я люблю макароны, я буду есть макароны. Просто добавлю немножко тренировок в свою жизнь. Вот, сколько, собственно, нам нужно есть? Сколько нужно есть, чтобы, допустим, ну, похудеть? Вот так вот. Вот такой порции хватит нам? Блин, тебе хватит, чтобы наесться? Да, я думаю, тебе хватит, чтобы наесться. Жрать нужно, ну, 4 раза в день, допустим. Макарошки. Я прям вообще люблю макароны. Я прям... Какая радость. Я обожаю макароны. Я похудел на макаронах и яйце, ну, честно говоря. Я обожаю макароны. 3-4 раза в день я кушаю макароны. И ничего, нормально, не поправляюсь, ничего, я даже похудел. Вот, едем дальше. Яйца. Два яйца. Какая радость. Собственно, блин, два яйца, ну, это яичница. Я ел макароны и яичницу. Все. Мне, грубо говоря, ну, яичница заменяла мясо там и все такое. Вот, я ел макароны и яичницу. Собственно, ну, хочешь добавить что-нибудь такого, ну, прям, такого классного? Добавляй, пожалуйста. Это тебе не помешает, но... Раза два в день, ну блин, ну чё бы нет, ты чё, пустые макароны, да, грубо говоря, с яйцами, да, особенно на работе, чё я буду, яичницу и макароны жрать? Да нет, конечно, вот, котлетка, два раза в день, блин, вот, поехали, в общем, тут чё, исключаем из рациона вот это и это. Ну, чтобы ты понимал, допустим, это кетчуп, ну, если ты не читаешь, не умеешь читать, это майонез. Вот. Кетчуп, майонез. Забудь. Что делаем дальше? Тебе мой план тренировок. Херня. Херня, реально херня, да? 5 марта. Я начал 5 марта заниматься, когда еще снег на улице лежал. Я первым делом, короче, что сделал? Бросил курить и завязал с алкоголем. Дурак? Нет, не дурак. Собственно, все мне говорили, Санек, бросишь курить. Блин, Санек, ты же поправишься, Санек. Я такой, ну, блин, ну и чё? Поправлюсь и поправлюсь. Какую разницу, блядь, и так толстый, 95 килограмм вешу. Ну, я не такой толстый, конечно, был, да? Вот, но тем не менее, да, у меня была масса, ну, конечно, мышцы тоже, там, все дела, там, хуё моё. Вот, не суть. В общем, я бросил курить, это было 5 марта, бросил курить и завязал с алкоголем. То есть все 3 недели моих тренировок я вообще, ну, как бы не употреблял, да, ни сигареты, ни алкоголь. Мне это вообще, ну, блин, я прям вообще люблю, ну, не пить, не курить, это прям вообще классно. Ты к этому тоже, друг, привыкнешь? Запомни. Первое, бросить курить и алкоголь полностью. Но если ты действительно к чему-то стремишься в жизни, я думаю, тебе это пригодится. Это все убивает, это все не нужно в жизни, ты должен быть примером своему ребенку и т.д. и т.п., короче. Вот. Ну, исключить майонез и кетчуп из рациона, ну, блин, это все, что вообще, ну, я сделал, грубо говоря, да. Потому что я очень любил залить макарошки, да еще, блин, майонез и кетчуп. Кетчунес, это прям... Сколько не могу. Вот. Но, тем не менее, я смог. Я исключил майонез и кетчуп из рациона своего питания. Вот. Собственно, ну, в этот же день, да, грубо говоря, ну, если хочешь чего-то добиться в жизни, да, начинай прямо сегодня. Это тебе говорили с детства, я думаю, ты, ну, знаешь, да, но нихуя не делаешь, как и я, да, раньше. Вот, мне 25 лет и, ну, 26 уже. Тогда было 25 лет, ну, и как бы, блин, я до 25 лет, ну, ни хера не делал. Я делал то, что хотел делать, но, блин, я не делал то, что мне нужно делать. Вот, не суть, похрен. Вот, план моих тренировок. Это, да, немаловажно, короче, это бег. Прям, ну, я не сказать, чтобы, да, там, занимался в зале, там, ну, раза 4 в неделю. Нет, я не занимался 4 раза в неделю, там, или 5, или всю неделю, как, ну, не знаю, дурачок.
просто ходит, чтобы похудеть или там, допустим, массу набрать. Ну, нет, без обид, если вы, ребят, так делаете. Но, блин, я, тем не менее, так не делал. Вот, я как бы, ну, допустим, ну, захотел, да, пошел. Ну, силы есть, все, я иду там в среду, ну, там, в субботу. Ну, старался, конечно, блин, были такие мысли, короче, но, тем не менее, ни хрена не делал. Один раз в неделю, ну, блин, у меня абонемент, честно, у меня абонемент на 15 месяцев. За эти 15 месяцев я сходил, ну, раз... Да месяц, наверное, всего лишь. И то, дай бог. Так 3 недели, может. Вот, похрен. Да ты, думаю, так же делаешь. Если ты смотришь это видео, наверное. Ты же собираешься похудеть? Вот, не суть. Блин, чувак, тебе нужно, во-первых, пересилить себя. Это не важно. Просто заведи будильник на 5 утра. Проснись. Не говори себе ничего. Просто встал, пошел, сделал. Встал, пошел, сделал. Встал, пошел, сделал. Ну, тут чутка отдохнул. Я... Почему четверг? Собственно, я выбрал выходным. Я не знаю. Мне вот вообще четверг слово вообще не нравится. Вот реально, я не люблю слово четверг. Прям... Ненавижу четверг. Не знаю почему. Просто ненавижу четверг и все. Четверг я, грубо говоря, отдыхаю. Но, тем не менее, я что-то сижу на месте? Нет, я не сижу на месте. Я что-то гляжу там, сериалы смотрю. Да, был такой момент. Вот, не суть. Да, я такое делал, но, тем не менее, блин, в четверг я, ну, как бы, что-то там активными действиями занимаюсь, да, занимаюсь. Но, блин, бегаю? Нет, я не бегаю. Я просто, когда, допустим, встаю, ну, в 7 утра, ну, в 6 утра, ладно, там, на часик побольше поспать, я просто, кайфую от этого, блин, это на час позже. Сегодня не надо бегать, ты такой, как это классно. Вот, в четверг я не бегал. Что хотите, думайте, но, блин, четверг, ну, не люблю бегать. Пятница. Ну, завел будильник, все, пошел, ушел, все. Блин, без лишних вопросов, поднял свою жопу, все, ушел. К слову, вот, я работаю, как бы, ну, у меня график 2-2. Не буду говорить, где работаю и кем работаю. Вот, суть в том, что я работаю, как бы, с 7:30. Это уже прям обязаловка быть на работе. До 11 вечера. То есть, ну, блин, я встаю в 5 утра, да, ты, как бы, ну... График 2-2. Встаю в 5 утра, и мне еще как бы надо, ну, идти на работу, блин. Ты такой, ну, если ты будешь много думать, ты, конечно, не встанешь в 5 утра, да? То есть, блин, я не высплюсь, я там, где? И так далее. Вот. Ты просто встаешь и делаешь. Понял? Понедельник. 5 утра встал. Вот. Я, как вообще? У меня, где я, собственно, бегал, давай расскажу. Я бегал на, ну, в парке. Я живу в Нижнем Новгороде, да, Светлоярское озеро. Живу я, ну, вот, чтобы ты понимал, допустим, Светлоярское озеро, 4 километра мой дом. Вот, я просыпался, иду пешочком до Светлоярского озера, это полчаса занимает. Вот там, 3-4 километра, ладно, полчаса занимает, там по 10 минут километр, по 9 минут, я иду быстрым шагом, ну, вообще похер, иду быстрым шагом. Вот, дошел до Светлоярского озера, проснулся. Без лишних вопросов я раз кружок, два кружок, три кружок, 4 кружок, 5 кружок. Чтоб ты понимал, один круг это 1700 метров. Бег, собственно, 5 кругов занимает, но 1:05. Да, ты без остановки бежишь 1:05. Тебе это нравится? Хуй тебе не нравится, блядь. Тебе первые 3 недели, ну, 2 недели будет, ну, просто, сука, ненавижу этот день, блядь. Ненавижу утро, сука, бесит. Не иди, не ходи, поспи. Чё я себе только не говорил. Но, тем не менее, это все было по дороге до Светлоярского озера. Я шел, я себя всячески отговаривал, где-то вот уже здесь, на выходе, я схожу с лифта такой, иду, я не хочу, Санек, ну иди домой, Санек, ну блин, ну хватит, ты сейчас поспишь, ну блин, на работу сегодня, Санек, похрен такой, идет, просто, ну слушает себя и бегает, слушает себя и бегает, на третьем кругу задыхается, но все равно бежит, все, и прямо здесь вот просто, ну... Уже 5 кругов пробежал, такой кончил. Как хорошо, мне идешь домой, ты умываешься. И на работу. Блин, ребята, это действительно классно. Вот, это прям, это вообще, это ничто. Бросить курить алкоголь, ну ладно, хрест на меня, не знаю, можешь не бросать. Но все то, что, ну, хоть алкашку брось, если ты себя уважаешь, алкашку брось. Вот, ну, как бы это, ну, ты переедаешь, когда употребляешь алкашку. Не важно, что там написано, 35 килокалорий и так далее, там. Бред, все это, исключи алкоголь, ну, бля, сигареты, я не знаю, ну, если ты прям действительно хочешь курить, пожалуйста, бросай, кури,
Мне похрен, я там говном закидывался, я на свое употреблял. Нет, не с 5 марта, я все бросил 5 марта. Вот прям реально взял, все бросил. Сейчас июль, я, ну, собственно, блин, я ничего не употребляю. Мне это дико нравится, надеюсь, и тебе тоже это понравится. Вот. Но суть в том, что, друг мой, завяжи, пожалуйста, с этим дерьмом. Будь примером своему ребенку, если он у тебя есть. Если нет, ну, старайся им стать. Вот, собственно, 5 утра, 5 утра, 5 утра, перерыв, 5 утра, 5 утра, перерыв. Вес 82 килограмма, 3 недели. Ну, там, может, где-то здесь я остановился на 4-й. Но, блин, суть в том, что, блин, друг мой, это работает, да, там, макароны, мучное изделие, но, тем не менее, блин, есть результат. Если есть результат, да, то, блин, суть в том, что ты должен это делать. Вот. Ну, час, бег 1 час, вот здесь я не написал, блин, тяжело держать камеру и писать, 1 час. Ты это запомнил, ладно, хер с ним, ты можешь там 30 минут, я не знаю, если ты не бегун. Я не бегун, я никогда не занимался бегом, но, блин, мне это доставляет кайф. Надеюсь, тебе тоже доставит, если ты действительно хочешь похудеть. Вот, друг мой, поднимай свою жопу прямо сейчас, ну, прямо сейчас. Я знаю то, что ты знаешь, то, что все нужно делать, не откладывая нам на завтра и так далее. Я тебя прошу просто, вот возьми сейчас, что-нибудь сделай в своей жизни, измени, не смотри какие-нибудь там гребаные видео на YouTube, как еще похудеть, режимы тренировок и так далее, просто. Сейчас, так, сейчас посмотрю, какое сегодня число вообще. 24 июля, блин, как тяжело писать, июля, вот. Давай, чтобы это вот была твоя история, сделай то же самое сегодня. Запомни слово. Сейчас. Тяжело писать. Сейчас. Сделай это прямо сейчас. Пиши. Давай, друг, я в тебя верю.